Израильские пожарные тушат подожженные заключенными камеры в тюрьме Кцион, расположенной в пустыне Негев. Такая же картина наблюдалась и в пенитенциарном учреждении Рамон. Возгорания устроены в знак солидарности с 6 членами палестинских организаций «Исламский джихад» и «Фатх», которые в понедельник сбежали из тюрьмы Гильбоа на севере Израиля. В среду произошли беспорядки на западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме. В них приняли участие не менее 500 человек. Палестинские организации призвали своих членов и сторонников проявить солидарность с беглецами и теми, кто находится за решеткой, а также оказать сопротивление израильским военным, ведущим поиски. В Рамалле, Вифлееме, Хевроне, Дженине и других городах западного берега демонстранты жгли автомобильные покрышки и вступали в стычки с израильскими солдатами. Сообщается о стрельбе по военным, которые, в свою очередь, применили спецсредства против манифестантов. Побег и его последствия, по оценке властей еврейского государства, создали серьезную угрозу безопасности. Ведется расследование, призванное установить все обстоятельства этого чрезвычайного происшествия. Премьер-министр Нафтали Беннет в среду провел экстренное совещание с командованием вооруженных сил и руководителями спецслужб. В заявлении по итогам встречи сказано, что Израиль готов к любому сценарию.